Отель Эль Муради Пелас. В принципе, это бюджетный 5 звезд с огромной зеленой территорией, разнообразной кухней, сильной командой аниматоров, удовлетворяет требованиям молодежи, семейных пар с детьми, а также пожилых людей. Очень предупредительный персонал работает в данном отеле, а также есть хороший центр талассотерапии. Отель расположен на берегу моря в самом центре туристической зоны Порт-эль-Кантауи, в 10 километрах от города Сус и 33 километра от аэропорта Энфида, а также 25 километров от аэропорта Монастырь. Напротив находится поле для гольфа. Последняя реновация была сделана в 2012 году. Общая площадь отеля 135 тысяч квадратов, поэтому она действительно огромная, и никто никому мешать в этом отеле не будет. Отель состоит из 3 5-этажных корпусов. На территории отеля есть открытый бассейн, крытый, сейф на ресепшене бесплатно, есть центр талассотерапии за дополнительную плату, а также фитнес-центр, тоже за дополнительную плату. Сейчас мы с вами находимся в основном ресторане, который работает по системе «Шведский стол». Отель состоит из 3 5-этажных корпусов. Всего в отеле 515 номеров. И сейчас мы с вами можем более детально рассмотреть стандартный номер. По квадратуре он будет 21-25 квадратных метров. В номере обязательно будет кондиционер, телефон, телевизор с одним русским каналом, сейф, мини-бар за дополнительную плату, все кроме воды. Санузел раздельный, а также балкон или терраса. Рум-сервис, как всегда, будет за дополнительную плату. Что же касается Wi-Fi, эта услуга будет платная, но, к сожалению, не во всех номерах. А вот для тех, кто приехал на All Inclusive, Wi-Fi предоставляется бесплатно. Передать привет компании «Поехали с нами». Дополнительная кровать предоставляется, но не во все номера. Отель находится на берегу моря, пляж песчаный протяженностью 150 метров. Пляжные полотенца, депозит, а зонтики, шезлонги и матрасы абсолютно бесплатно. Стандартных номеров в отеле 452. А в стандартных номерах у нас квадратура 21 квадратный метр, а номер трипл занимает 24 квадратных метра, и таких у нас 40 номеров. Есть 8 номеров для тех, кто будет размещаться по 4 человека, и это 29 квадратных метров. Также у нас есть повышенные категории, такие как Junior Suite, аж 4 штуки, 29 квадратных метров, гостиная, спальня и ванная комната. Есть Senior Suite, 32 квадратных метра, это гостиная, спальня, ванная комната и кухня. А также Prestige Suite, 26 квадратных метров, с гостиной, спальней и ванной комнатой.
А сейчас мы с вами видим центр талассотерапии. Но помните, что все услуги, в принципе, здесь будут за дополнительную плату, как и хамам, сауна и солярий. Из развлечений на территории отеля также есть анимация, большой теннис, аж 3 теннисных корта, настольный теннис, бильярд, мини-гольф, пляжный волейбол, водные виды спорта, а также гольф, который находится в 2 километрах от отеля, дайвинг, верховая езда, а также стрельба из лука.